Группа общественных активистов пришла к консульству Французской Республики в Алма-Аты с письмом. В нем просьба не экстрадировать Мухтара Аблязова. По их словам, Украине сейчас нужно заниматься собственными проблемами, а не выполнять просьбы Астаны. Экстрадиция же главного политического оппонента казахстанского диктатора в Россию повлечет пытки и смерть Мухтара Аблязова. Более 10 лет Аблязов боролся с авторитаризмом, финансировал общественные организации, партии и другие структуры, которые боролись за свободу, демократию, за права человека. Поэтому если французский суд примет неправильное решение и Аблязова экстрадирует в Россию, то это значит, мы просто откатимся на десятилетия назад, мы окажемся в положении Туркменистана, я думаю. Что такое казахстанский авторитаризм, представители средств массовой информации могли понять прямо у дипмиссии. Во время съемок из помещения для охраны выбежали люди в черных футболках. Они не представились и буквально набросились на журналистов. На французов эти люди явно не были похожи. Да, конечно, желательно, чтобы они соблюли права Аблязова, уберегли его от подобных опасностей, которые грозят... Камеру уберите, говорю. Его, значит, свободе. Девушка, они здесь снимают. Здесь нельзя снимать. Камеру уберите. После конфронтации стражи дипмиссии позволили активистам и журналистам подойти к входу. Вышедший начальник службы безопасности французского консульства Франсуа Менисон принял петицию и пообещал передать ее консулу. 25 сентября французский суд вновь будет рассматривать запрос на экстрадицию Мухтара Аблязова в Россию или Украину. Гражданские активисты и правозащитники заявляют, что в случае экстрадиции его в Россию Аблязов будет передан в руки казахстанского диктатора Назарбаева, и последующая расправа с ним в тюрьме не минует. Неминуемо.